Экс-замгубернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, Геннадий Корбан, нардеп Андрей Денисенко и люди в камуфляже заблокировали работу новомосковской райгосадминистрации. Во время рабочего дня ворвались в кабинет главы района Павла Селихова и силой требовали от него написать заявление об отставке, угрожая отправить в АТО. Свои действия они объяснили тем, что не согласны с решением президента Украины Петра Порошенко о назначении Селихова на должность главы райадминистрации. Шли человек 12, одетые в камуфляж, в черные футболки. Вот. Спросили, есть ли на месте голова. Я сказала, что есть, но он пока был занят. У него были люди. Вот. Они сказали, ничего страшного, ворвались в кабинет. Выставили в дверях по два человека, где три стояло. В холле стояли люди, которые их охраняли. Никого в кабинет не пускали. Как представилось? Никак не представилось. Вообще ничего не представилось. Зашли и все. Находились долго в кабинете. Слышно было крики, угрозы. И заявили написать заявление об отставке. Не перебивайте мене, тому що зараз ви в мене відправитеся в АТО. Я вас перебиваю. Ви валите Україну, ви хочете розхитувати. За своїх особистих заткніться, за своїх особистих. І дайте мені договір. Руководитель райадминистрации Павел Селихов отказался написать заявление об уходе с должности и принял решение заявить о рейдерском нападении в правоохранительные органы. Он опасается, что подобные действия будут повторяться не единожды, а значит, будет сорвана нормальная работа районной администрации.